И здравствуйте, с вами Сигзахадж, вы смотрите 24-ю серию приключений на сервере Цвелл сборки Инсфер. У нас с вами все отлично работает, все замечательно работает. У меня даже перестал уже работать мой бойлер, потому что заполнилась моя MFI. Да, я ее сделал за кадром, как и обещал, и поставил. И, собственно, сейчас я решил сделать еще одно подготовительное действие для нашего сферажора. В принципе, смотрите, если мы с вами откроем карту, мы поймем то, что здесь нам особенно копать-то нечего, потому что здесь много баз разных людей, да и, в принципе, не хотелось бы портить ландшафт. А мой сферажор будет заниматься тем, как раз, что жрать сферы. Поэтому жрать сферы, наверное, нам с вами придется где-нибудь на отдалении. В принципе, я здесь пока себе искал цветочки из... Ой, не цветочки, деревья из Таункрафта. У меня есть некоторое количество waypoint'ов. Но, как вы видите, они от нас в 11 тысяч блоков. То есть, в принципе, каждый раз туда-сюда летать, это будет, наверное, не очень приятно и совсем нерадостно. Поэтому я, собственно, решил воспользоваться советом, который кто-то из вас мне написал в комментариях уже несколько серий назад. Я себе решил сделать спектральный ключ из Random Things для того, чтобы сделать себе там свой собственный хаб. И именно ради этого я здесь себе сейчас делаю панельки. И в первую очередь я себе сделаю две книжки. Первая будет нас вести к нам на базу. Я думаю, что прямо куда-нибудь вот сюда. Шлеп. И вторая книжка у нас будет находиться в самом вот этом вот маленьком измерении. Потому что, как вы знаете, если знаете, если не знаете, я вам сейчас скажу. У нас вот этот вот самый ключик, он периодически телепортирует игроков мимо этого самого Нексуса. И, соответственно, человек падает, выпадает из мира, и после этого все, хана веща. Поэтому я решил сделать вот таким вот образом. То есть первый раз я зайду в измерение при помощи ключа, а потом буду туда перемещаться при помощи книжки. Но, в принципе, если вы давно смотрите мои ЛП, вы, наверное, знаете, что я так частенько поступаю, допустим, с тем же самым Галактикрафтом. Мне каждый раз лень летать на ракетах, поэтому я делаю просто вот такие вот портальчики при помощи мисткрафта. И давайте единственное, что сделаем себе вот такую штуку. И, наверное, поставим ее. Здесь у меня стоит статуэтка. Ой, где моя кирка? Статуэтка Блейза. Наверное, она мне здесь не сильно нужна. Давайте сюда вот поставим как раз будущую книжку в мой маленький Нексус. И куда-нибудь нужно поставить Блейза. Стой здесь. Тут у меня open computer, и будет Блейз стоять. Отлично. Так, чтобы сделать нам ключик, нам понадобится спектральное железо и палочка. Спектральное железо — это эктоплазма и железный слиток. Эктоплазма у меня совершенно точно была. О, вот она. Так, и железный слиток. Железный слиток. Делаем себе спектральное железо. И делаем себе палочку. Ай, зачем две? Делаем себе ключик. Спектральное измерение. Не делается ключик, спектральное измерение. Посередине, потому что давайте, наверное, воспользуемся тогда вот таким верстаком. Есть у меня ощущение, что в этом может быть проблема, да. Есть у нас с вами ключ, есть книжка назад, нужно взять только еще один букстенд. Даже, наверное, не один, давайте сделаем сразу штучек 8, ну, в смысле 4. Потому что книжек-то там будет стоять много, у меня будут различные там направления. И, наверное, кроме того, не помешает взять с собой еще табличек. Есть у меня здесь таблички, одна штука. Это грустно. Как делается табличка, что-то я забыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Ну, даже, наверное, давайте сделаем сразу. Палочка одна нужна. 6 штук, чтобы было с запасом. 6 табличек. И можно было, конечно, сделать лекторные, но я, наверное, воспользуюсь букстендом. Ну что, попробуем. Правый клик. И спектральное измерение ждет меня. Я иду. И... Так. Где я? Ау. Темно. Я забыл. Так, факел у меня с собой есть, это хорошо. Блин, сюда факелы не ставятся. У меня есть кабла. Эй! Чё так темно? Так, вот. Я, собственно, по-моему, оказался совсем... А, нет, или всё-таки в измерении. Где я нахожусь? Почему... А, вот там чё-то ещё, наверное, измерение. И здесь светло теперь стало. Это радует, но я, если честно, вообще не вижу границ. Я помню, что это можно было как-то как красить. Наверное, красить мы это не будем. Просто воспользуемся каблой для того, чтобы обозначить себе местечко. Как кто-то вот там вот сделал уже. Это совершенно точно чье-то измерение. И я рядышком тут тоже буду находиться. Так, у меня закончилась кабла. Отлично. Грустно, печально, ну ладно. Сделаем здесь небольшое освещение для того, чтобы нас не жрала темнота. Так, это я, конечно, как-то немножко погорячился. Надо было с собой взять какие-нибудь декоративные блоки. Так, давайте, наверное, в таком случае... Оно же на 16 на 16, насколько я помню. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Даже немножко меньше. Ну ладно, давайте вот здесь вот сделаем книжку, которая нас будет вести назад. И,
Сюда табличку я повесить могу, не могу? Могу. Home. Отлично. Так, теперь нужно сделать книжку, которая будет вести нас сюда. И будет она нас вести, наверное, как-то вот... Мне бы вот все-таки на один блок повыше это сделать, потому что здесь будет пол. Как-то вот так. Отлично. Теперь давайте вернемся назад. Угу. У меня, по-моему, опять пропали звуки. Ну ладно, ничего страшного. И поставим книжку в наше спектральное измерение вот сюда. Так, теперь мне, по сути, этот ключ уже не сильно нужен. Я его могу куда-нибудь деть. Давайте в декоративные блоки его засунем. Так, и теперь, что касается все-таки оформления, давайте, наверное, воспользуемся вот такими вот камушками, потому что у меня их много. Нужно сейчас хотя бы сделать себе нормальный пол. Да, действительно, снова пропали звуки из Мисткрафта. Ну ладно, я думаю, что мы это переживем. Не такая уж и большая эта проблема. Даже, наверное, ой, даже, наверное, имеет смысл сделать как-то вот так. Ну, типа красиво. Так, давайте я, наверное, здесь сейчас себе дострою пол, и мы с вами увидимся немножко позже. И YouTube, я долго-долго летел сюда, сделал здесь себе уже такую штучку для того, чтобы поставить сюда книжку в Nexus. Это, собственно, если мы с вами посмотрим по карте, увидим, что я очень-очень далеко. И, соответственно, молодец. Я сделал книжку себе для Nexus и забыл ее привязать в Nexus. Но благо я все-таки себе взял на всякий случай ключик, поэтому давайте, наверное, попробуем еще раз протонуться именно в наш Nexus при помощи ключика. И я очень надеюсь, что вот эту книжку, которую я сделал, она будет нормально себя вести. Я здесь себе в итоге сделал вот такую вот странную абстрактную постройку. Ну, хотя бы хоть что-то напоминающее нормальный Nexus. И назову я это место Farlands, или Дальние Земли. Сюда ее, соответственно, покладем, так сказать. И, наверное, вот в эту сторону, стоя вот здесь, да даже, наверное, вот так, сделаем книжку, которая у нас будет стоять в этих самых Farlands. Очень мне нравится Мисткрафт, все-таки. Иногда спасает просто, как не знаю что. Small Nexus. Ей, работает. Так, отлично, теперь осталось сюда перенести только книжки для обычного Nexus и для Nether, которые у меня, соответственно, стоят на базе. Теперь это сделать достаточно просто. Nether. И Nexus. И, собственно, можно... Ой, ух ты. Можно странички листать. Собственно, можно теперь перенести эти книжки. Если уж у меня не получилось сделать подобие библиотеки у меня получилось в собственном измерении. Что тоже, я считаю, неплохо. Ой-ой-ой. А, ну да, мы с вами из Nexus и из Nether будем возвращаться не в Nexus, а домой. Ну, я не думаю, что это очень страшно. В принципе, здесь еще одна книжка для того, чтобы вернуться в нужное место. Поэтому, наверное, вполне себе можно так ее оставить. И уберем отсюда лишние, как их там называют. Где мой меток? Вот мой меток. Даже одна лишняя табличка почему-то оказалась. Ну, тоже ничего страшного. Мы ее вполне себе отсортируем, как и все остальное. Так, ключик, наверное, будет у меня на всякий случай все-таки лежать в инвентаре, потому что мало ли что, я куда-нибудь забреду, откуда не буду знать, как выйти назад. А тут у меня обоньки и ключик есть. Вот, так, с этим разобрались. Теперь все-таки давайте, наверное, вспомним... А, я вспомнил, что я хотел сделать еще. Кто-то из вас мне писал, что провода из Галактикрафта действительно проводят EU в РФ. Насколько я помню, действительно так оно и есть. В принципе, для того, чтобы сделать этот провод, мне нужен только алюминий и шерсть. Я думаю, что и алюминий, и шерсть у меня есть. Алюминум. Да ладно, у меня нет алюминия. Зато есть руда. Мне нужно 3, 4, 5, ну, допустим, 6 алюминия давайте возьмем. Иди сюда. И, наверное, через Random Additions это дело преобразуем в пыльку. Получится? Удвоение там. Получится удвоение, хорошо. Так, что касается шерсти, мне нужно 12. Шерсть 19 есть, отлично. 10, 11, 12. Надо будет еще, наверное, посетить нашу ферму хлопка. Для того, чтобы, так сказать, ее дособирать. Ну, давай. Жарься. Мне нужно всего-навсего 6 штук. Даже для теста мне вполне себе хватит, наверное, 3. Так, единственное, что как я хочу это проверять. Смотрите, мой сферожор будет в любом случае работать на Майнинвелле. Но если я сейчас... как я проверял в прошлый раз? Кто бы мне сказал? Если я сейчас сделаю Майнинвелл, он мне обязательно что-нибудь выкопает, если он заработает. Мне бы этого не очень хотелось, потому что копает он быстро. И... Так, наверное, нужно сделать какую-нибудь энергоячейку. Какую-нибудь попроще. Ледстоун, допустим. Она делается из копера, блока редстоуна, леда и стекла. Да, блок редстоуна у меня, благо, есть. Лед, 4 штучки лед, лед, раз, два, три, четыре. И 4 стекла. Раз, два, три, четыре.
И что там было нужно еще там? Ой, это креативное. Обалдеть, оно что, делается? А, понятно, вот это не делается. Я уж прямо удивился. Так, еще электрум нужен. Еще два редстоуна. А вот электрум. Электрум, есть, ура. И копер. Раз, два, три. Давайте сделаем эту маленькую ячейку. И будем считать, что эта маленькая ячейка является ничем иным, как нашей копательной машинкой. В принципе, нам же без разницы, куда энергию отдавать. Поэтому, почему бы нет? И вот такая фигня. И вот такая фигня. Есть. Так, шерсть есть. Три алюминума есть. Сделаем из них себе проводочек. Шесть проводочков. И пойдемте на этаж с индастриалом. Это у нас второй. У меня там, кстати, отключился успешно мой бойлер, потому что закончилась вода. Ну, главное, что он заполнил МФСУ, поэтому я не вижу в этом каких-либо больших проблем. Все вполне себе работает, как я и предполагал. И, кстати, да, большое спасибо вам за подсказку со стеклом. Действительно, дело было в стекле из чизла. Почему-то гаремчик в нем застревал и умирал. Поэтому сейчас я оттуда убрал просто стекло, и теперь гаремчик счастлив и вполне себе работает. Хотя что-то я там не вижу деревьев. Надо будет тогда сейчас еще раз туда наведаться, потому что как бы так ни случилось, что все-таки нет. Что все-таки он опять подо что-то там попал. Под листву, под дерево, не знаю уж, подо что он там попадает. И вот здесь у меня стоит уже теперь ненужный бэтбокс. А вот здесь стоит MFE, полностью заполненный на 4 миллиона. Так, единственное, что у него выход-то отсюда. И как же мне это дело проверить? Наверное, нужно сделать... Провода из Галактикрафта не цепляются к проводам из индастриала. То есть мне, наверное, нужно снести провод прямо отсюда, да? И прицепить сюда. О, а так работает. Так. И давайте поставим сюда ледстоуновскую ячеечку. Да, в нее пошла энергия. Отлично, замечательно. Значит, мы действительно можем все-таки делать себе солнечные панели для нашего сферажора. И ни в чем себе не отказывать. Сможем питаться энергией из индастриала. На самом деле это неплохо. Я уже, если честно, даже не знаю, зачем я так изначально решил делать. Ну уж, если начал, так начал. Так, а что мне, в принципе, нужно на солярку-то? Солярку мне нужен Cold Dust. А, вот такие вот штуки и генераторы. Ух, а на то, чтобы сделать первую сжатую солярку, мне нужно таких аж 9. Зато мы с вами будем получать 10 EU за тик. И, наверное, я в итоге хочу себе сделать дабл компресс. Но для этого мне нужно много-много-много угля. А, кстати... Coal dust. Мне вот просто интересно, а здесь-то я не могу, интересно, использовать charcoal dust. А то вы мне там показывали, что я, оказывается, с рецептом-то наманячил. Нет, видимо, не могу. Видимо, все-таки требуется куча-куча угля. Ладно, пойдемте попробуем это дело как-нибудь обработать. И я хотел еще заглянуть на третий этаж, чтобы проверить, все ли хорошо с големчиком. И я себе пошел, покопал немножко угля, немножко железа, а теперь понял, что у меня железо-то везде в разных машинках до сих пор осталось. Потому что где-то я что-то с ним делал. На самом деле я посчитал то, что мне нужно 9,872 слитка железа на то, чтобы сделать 9 вот таких вот штукенций исключительно из-за генераторов. Они требуют, блин, basic machine casing. К сожалению, очень дорогая получается штуковина, всего ради 10 EU за тик. То есть у нас здесь с вами железо потребуется просто какие-то немеренные количества. Ну ладно, что поделаешь. Кроме того, я себе накопал угля. И, соответственно, сейчас его перерабатываю в своей установке из Random Additions. И лифтик у нас едет. Привет, Альберт. Он когда-то зашел на сервер, когда я, видимо, был в закадре. Даже не увидел, когда он зашел. Так, где тут наш... А, хотя погодите, а зачем мне, собственно, молоточек? У меня же теперь есть, в принципе, как он называется, металлформер. То есть, в принципе, я смог бы, наверное, воспользоваться им. Ну ладно, давайте, по крайней мере, добьем молоточек. И после этого уже будем пользоваться правильной вещью. Так, нужен стак каблы. Мне еще к тому же нужно 9 печек. Сейчас мы с вами сделаем только 8 печек. Ой, и у меня еще к тому же и дефна уже здесь. Арг! Вот таким вот образом и исчезает кабла потом откуда-нибудь. Ладно, давайте возьмем тогда еще стак. Сделаем сразу нужное количество печек на генераторы. Дороговато, конечно. Очень-очень дороговато. Но зато это будет халявная энергия. Халявная энергия все-таки стоит ресурсов. Тут уж ничего с этим не поделаешь. Так, а на батарейку мне нужен тин и снова редстоун. Ну ладно, с редстоуном сейчас вроде более или менее у нас ничего.
Мне в итоге нужен Тин Кейбл, единственное что. Для этого мне совершенно точно понадобятся кусачки и Тин. Знаете что, наверное, давайте я уйду со всем вот этим вот муторным крафтом за кадр. И мы с вами увидимся уже попозже. YouTube, я нашел один неприятный баг в моей системе. Это не баг мода, это баг действительно моей системы. Смотрите, бойлер продолжает разогреваться. Потому что, в принципе, тот алюментум, который у нас находится в этом сундуке, продолжает упорно пихаться в бойлер. То есть сейчас у нас выключена подача воды, потому что сработала моя система защиты, и, видимо, у меня как раз закончилась вода вот здесь. Соответственно, в бойлер она больше не поступает. И если я сейчас нажму эту кнопку, будет большой бум. Я чуть было, кстати, это не сделал. Здесь сейчас потихоньку уходит пар, который был накоплен. Соответственно, наша турбина работает. Я там использую вовсю металлформер для того, чтобы делать себе уже теперь железные пластины. Потому что батарейки я сделал. Осталось сделать Basic Passion Casing. Кстати, давайте, наверное, сделаем еще одну. И я понял, что если я все-таки остановлюсь на таком вот виде, я буду делать эти ветряки, не знаю, вечность. Поэтому все-таки нам снова придется с вами вспомнить, каким образом делаются оверклокеры. В принципе, я думаю, что при наличии такой турбины потребление энергии не будет большой проблемой. Потому что мы сможем ее вырабатывать. Но, видимо, мне придется отсюда все-таки убрать вот этот вот эндерчест. Потому что мне совершенно категорически не устраивает то, что наш бойлер продолжает держать температуру и, более того, греться. То есть нужно будет точно так же при помощи каких-то труб из этого сундука вынимать алюментум. Таким образом, чтобы он шел в бойлер, только если у нас есть редстоун сигнал вот там. Ну, я думаю, что мы тоже подумаем, как это сделать, правда, не сейчас. Сейчас, если честно, мне лень этим заниматься. Сейчас у нас энергия есть, у нас MFE наша полная. И даже до сих пор еще из внутреннего буфера турбины кое-что туда поступает. Поэтому с этим, я думаю, проблем больших не будет. Но, что касается оверклокеров. Давайте сделаем еще один машин кейзин. И, пожалуй, вот этот машин кейзин я оставлю как раз на Canyon машин. Который мне понадобится для того, чтобы сделать кулант, охлаждающую жидкость. Кстати, мне еще нужен один электроник circuit. И мне для этого нужны copper wire. У меня есть 2 и 7. Давайте возьмем отсюда 6 уже готовых. Ой, они же не изолированные. Ну ладно, у нас с собой есть резина. Изолируем. И еще редстоун мне нужен, кажется, 2. С редстоуном что-то прям беда какая-то. Хотя вот есть блок, непонятно откуда взявшийся. Видимо, я что-то крафтил и не докрафтил. Electronic Circuit, Basic Machine Casing и Tin Casing. Есть у нас с вами Canyon машина. Поставим ее, соответственно, вот сюда. А теперь все то же самое, что у нас было и в NG. Режим, единственное, что... Fill cell from tank. Нет? Fluid enrich. Вот что нам нужно. Нам нужно будет сюда положить измельченный лапис лазули. И кроме того, сюда нужно будет подать дистиллированную воду. Для этого мне нужен дистилли. Solar дистилли, как он там бишь называется. Вот такая вот штуковина, которая требует Universal Fluid Cell. Еще один Basic Machine Casing. Ух ты, то есть я, видимо, маловато взял Тина-то с собой. Ладно, значит, эта машинка еще некоторое время нам с вами послужит. Давайте сделаем сразу 20, а то что-то, если честно, я устал каждый раз добавлять вот эти вот тин-кейзы, вот эти вот. Эх, еще нужно дождаться, пока здесь закончится переработка железа. Ладно, опять ушел на закадровую ожидайку. Итак, YouTube, я себе сделал 9 генераторов и 4 солнечных дистиллятора. И потом вспомнил одну вещь, то что солнечные дистилляторы требуют, как это ни странно, солнца для того, чтобы им работать. Это на самом деле проблема, потому что, как вы знаете, моя комната для занятий индастриал крафтом глубоко в сфере. И я даже, если честно, не уверен, что в принципе можно из нее сделать выход куда-то, где будет видно солнце. И кроме того, естественно, этим штукам нужна вода. Поэтому, наверное, я это дело все попробую поставить вот здесь. Вода у нас здесь с вами есть. И я себе для того, чтобы собирать дистиллят, сделал бочку. Из Extra Utilities. Я на самом деле не знаю, почему я так редко пользуюсь этими бочками. На самом деле они очень-очень даже неплохие штуки. Единственное, что нам нужны какие-нибудь флуидакты. Какие-нибудь флуидакты. Флаксдакт. Флуидакт. Я же помню, что они у меня были. И насколько я помню, мне не придется их прицеплять каким-либо серво. Да. Солнечные дистилляторы у нас будут с вами стоять как-то, наверное, вот так. Да, вода в тебя пошла. И отлично, в тебе начал скапливаться дистиллят. 2, 3, 4. Вроде здесь вы все видите солнце. И давайте вот сюда еще прокинем трубы. Да, вода сюда пошла. И из вас нужно будет это дело как-то забирать. А вот здесь, конечно, нам с вами... Можно сделать, конечно, либо Fluid Ejector Upgrade, либо, наверное, проще взять 4 серво. Я даже не исключаю, что они у меня есть. Серво. Серво. Ау, вы где?
Не вижу. Нету. Обалдеть. Нужен самый простенький серво. Айрон. Хватит ли у меня еще айрона? Мне их нужно 4, значит 4 кусочка железа. У меня есть 2. У меня есть 6 пытки. 6 пытки. Зажарим. И тогда нам должно, по идее, этого хватить. И наггеты. Опять же, только 2 есть. Обида. С ресурсами совсем все что-то грустно становится. Все грустнее и грустнее. Есть у меня такое нехорошее ощущение, что к тому моменту, когда я буду готов построить сферажор, мне ресурсы-то уже и не нужны будут. Я их всех просто банально руками выкопаю. Надеюсь, что все-таки нет. Что до этого не дойдет. Да, 2 редстоуна и 2 стекла. Раз, два. Давайте, сервочки. Стройтесь. 4 штуки. Ключ у меня с собой есть. Алюментума 64 откуда-то. А, ну да, я же его вытащил из бойлера. И совсем про это забыл. Раз, два, три, четыре. Ой, а мне же нужен еще один. Нет, мне не нужен еще один флуидакт. Я просто поставлю бочку вот сюда. Так, и... Игнор редстоун. Все, дистиллированная вода. И насколько я помню, если я эту вот бочку сшибу, в ней вся жидкость останется. Да, это то, что, собственно, нужно. Окей, теперь будет еще более долгая ожидайка насчет того, чтобы мне собрать достаточное количество дистиллированной воды. Увидимся попозже. Итак, YouTube, я вернулся после стрима, и на самом деле, даже на следующий день. Да, иногда я записываю так. И благодаря этому у нас с вами добралось уже 73 ведра дистиллированной воды. Я думаю, что этого запаса мне хватит, наверное, до конца летсплея. Ух, ну ладно, потратили некоторое количество ресурсов. Кроме того, мне пришлось опять пойти немножко покопать, потому что железо. Железо заканчивается, железо мне нужно. Потому что я придумал, что делать с системой подачи. Я уже сделал серво, что-то мне было... Вот, мне такие провода были нужны, потому что они заканчиваются намного быстрее. Чем мне этого бы хотелось. 3 вот таких слитка давайте сделаем. Железо сейчас, что называется, на счету каждый кусочек. Поэтому будем его тратить очень экономно. Сделаем себе немножко проводков. И, собственно, в чем прелесть-то? А прелесть в достаточно простом варианте. Дело в том, что наша же MFE в данном случае, или там MFSU, или до чего я в итоге эту штуку доапгрейшу, она может выдавать редстоун сигнал, когда заполнена. И что-то я так подумал, что, наверное, получается у нас с вами не самый плохой вариант. Если я просто поставлю сундук таким образом... Ой, какой я молодец, я не взял с собой айтем-дакты. Взял с собой только флуидакты. Зачем я взял с собой флуидакты? А флуидакты-то я взял с собой... Непонятно зачем. Ну ладно, будем ими пользоваться для того, чтобы перегонять дистиллированную воду. Я думаю, что да, не помешает. В любом случае они у меня закончились, поэтому пришлось тоже их сделать. Давайте тогда в таком случае сейчас возьмем айтем-дакты. Айтем-дакты, я надеюсь, что у меня есть. 7 штук импульсных. Ну, я даже не знаю, давайте возьмем, наверное, обычные. Мне скорость здесь не сильно важна. 2 штуки есть, вот как раз 2 штуки-то мы и возьмем. Идите сюда. Все, опять заполним весь инвентарь. Ну и ничего страшного. Кстати, теперь этот эндербэк я еще использую в качестве временного буфера для хранения. Так, где-то здесь у нас с вами стоит MFSU. MFE, точнее. И давайте-ка... Вот она. Давайте попробуем от нее провести редстоун. Во-первых, ее нужно сконфигурировать таким образом, чтобы она выдавала нам редстоун сигнал. NI, уйди. Emit и full. Emit и full. То есть, дает редстоун сигнал в том случае, если она заполнена. Редстоун сигнал, если частично заполнена. Если частично заполнена... Или пустая, очень интересно. Или если пустая. Так вот, если наша MFE частично заполнена. Частично заполнена. Эй. Понятно, сервер лаганул. Emit if partially filled. То есть сейчас, по идее, redstone сигнал отсюда выходить, наверное, не должен. И какой я молодец, я, по-моему, забыл в печке провода. Ой, зачем же я забыл в печке? А, нет, я их с собой взял, ура. Из них же нужно сделать провода. Корвинушка вам передает привет. Вы кто-то там жаловались, то, что без него запись не та. Вот вам, собственно, пожалуйста. Одна маленькая хулиганистая рыжая животное. Так, и куда бы мне поставить теперь вот этот сундук? Мне нужно каким-то образом провести редстоун сигнал отсюда, соответственно, куда-то... Куда-то к бойлеру. У меня тут так все трубами этими закрыто. А вот здесь у меня, кстати, что? Угу, труба с водичкой. Кстати, которая почему-то никуда не уходит. А, ну логично, она никуда и не может уйти. Так, смогу ли я здесь поставить провод? Да вы что? Вот, кстати, то, что я имею в виду, когда говорю, что King Gleaming, наверное, немножко не тем занимается. Вот вместо того, чтобы сделать поддержку Forge Multiparts для своих труб, он зачем-то сделал какие-то свои собственные непонятные фасады. И в итоге я теперь здесь не могу провести красиво провода по стенке.
Так что придется проводить... Ой. Придется проводить как-то по-другому. Ну, ладно, давайте с проводами потом разберемся. Нужно что-нибудь скинуть в сумочку. Генераторы, ведро, алюминиум. Заберем отсюда сундук. Я думаю, теперь-то он заполнился. Поставим его так, чтобы он не касался вот этой точки выхода. Наверное, придется его поставить аж вот сюда. Единственное, что потом я понятия не имею, как я буду туда пролезать. Так что ты ничего не отдаешь, бойлер? Не отдаешь. И вот здесь поставить item duct. Таким вот образом. И в него поставить сервушку. Сервушка будет стоять вот здесь. И будет она реагировать на присутствующий редстоун сигнал. Enabled high. Да, все правильно, все отлично. Теперь нужно каким-то образом сюда дотащить провод. Задача, я вам скажу, ребятки, нетривиальная. И, естественно, сюда я тоже не могу поставить провод. Здесь нужен фасад. Остались ли у меня штуки под названием Facade Duct? Или как они там? Какие у меня дакты остались? Structural Duct. Одну штуку. Заберем и сделаем из нее фасадик. Да, вот не понимаю, это Faithful или это не Faithful. Надо будет обновить Faithful, наверное. Ой, какая красота. Причем это нужно будет сделать как можно быстрее. Так, ну ладно, вроде как фасад встал. Теперь я смогу, по идее, сюда поставить Redstone провод. Так, и, видимо, придется что-то сделать вот с этими проводами. У меня с собой, благо, есть ключик. Идите сюда. Протащить их нужно будет каким-то очень таким странным образом. Надеюсь, что у меня это все-таки сделать получится как-то вот так. Ух! И, в принципе, теперь провода... Я потерял один из выходов, да? То есть нужно бы откуда-нибудь еще выход добавить. Здесь я их ставить не могу. А на самом деле я не уверен, что мне нужен еще один. Может быть, у меня и трех вполне себе должно хватить. Возможно. Возможно, нет. То есть сделать, в принципе, достаточно вот так. И вот этот вот провод здесь теперь тоже нафиг не нужен. Да, все осталось по-прежнему, все осталось хорошо. И сюда ничего не идет. Потому что у нас с вами заполнено MFE. Кстати, наш бойлер наконец-то остыл, поэтому, в принципе, я теперь могу нажать кнопочку Reset, и в него должна пойти вода. Отлично, потому что он теперь способен принимать воду, так как он остывший. Так, и теперь, что касается нашей Canyon машин. Дистиллированная вода, ставим ее вот, да, куда-нибудь сюда, наверное. И флуидактами красивенько это дело засунем сюда. Так, режим правильный, вот здесь нужен серво. Единственное, что у меня был серво. Теперь у меня появился еще один запасной к тому же. И нужно сказать то, что ты не обращаешь внимания на редстоун сигнал. И у нас здесь есть дистиллированная вода. Теперь мне сюда нужно будет положить, кажется, cans. Tin cans. Tin can не так пишется, да? Просто can. Из Industrial Craft эта штуковина. Дайте мне минутку, забыл, как называется. Empty 7 она называется, блин, горевый. Так, делается из тинплейтов. Тинплейты. Странно. Мне казалось, что я брал с собой тин как раз для этого дела. Ладно, давайте возьмем еще три штучки. Будет у нас 9 банок. Я думаю, мне этого в итоге хватит. Металлформер сначала нужно раскатать. А потом что нужно сделать? Экструд. Потом нужно вытянуть. Окей. Пущай будет. Блин, меня прям пугает эта штука. Так, это у нас будет, значит, все необходимое для того, чтобы в итоге получить оверклокер. А, не все необходимое. Мне еще нужно переработать лазурит. Давайте сделаю за кадром, увидимся. И 6 пылек лазуритной пыли готово. 6 пылек лазурита. 6 пылек пыли, как-то странно звучит. Ставим сюда. Нет, не сюда. Куда ставим? Здесь будет лазурит. Сюда. Сюда кладем лазурит. И, по идее, процесс должен начаться. Он и начался. По идее, мы с вами получаем, оказывается, по 2 оверклокера. Не знаю, когда это изменение было сделано. И мне единственное, что нужно еще вот таких вот штукенций наделать. Для этого у меня, наверное, тоже... Да что же я все время открываю сначала сундук-то? Copper wire. Нет у меня таких штук. Значит... А, ну хотя есть 2 провода. Ладно, давайте сделаем еще 6, 7, 8, 9. 9 проводов. Кто-то там начинает стримить, поэтому у меня такие странные звуки оповещения на фоне. Не обращайте внимания. Лучше посмотрите, кто сейчас стримит. Хотя вы сейчас не можете посмотреть, кто стримит. Эй-эй-эй, не то делаю. Вот так, все правильно. Провода же мне нужны. Сейчас не могу посмотреть, кто стримит. Точнее, я-то могу, вы не можете, потому что вы смотрите это в записи. Так, 4 штуки. Кстати, а что мне нужно для того, чтобы получить тинплейт? Снова тинплейт, и снова их нужно много.
И это, ребятки, опять непонятная закадровая работа. Поэтому я уж не знаю, давайте, наверное, с вами увидимся после того, как я себе сделаю окончательно уже оверклокеры. Так, мне их нужно сколько получить-то в итоге? 3, 6, 6 и 4, 24 штуки. О, ужас. О, кошмар. Увидимся. И, кстати, в МФИ начала заканчиваться энергия. Означает то, что здесь пошел редстоун сигнал, и у нас включился бойлер. Системка работает. И более того, в таком случае бойлер будет автоматически выключаться, когда у нас, соответственно, заполнится МФИ. Таким образом, мы с вами будем и экономить сам по себе ротор турбины и, в принципе, алюментум. Хотя это не так сильно важно. У нас здесь будет, блин, запас в 3 стека. Эх, тоже не очень хорошее решение, но ладно, что поделаешь. Пока бойлер холодный, он, конечно же, ничего не вырабатывает. Но, кроме того, наверное, в таком случае у нас с вами и вода не будет заканчиваться. Я уж, если честно, подумал сюда поставить что-нибудь еще, наверное, вторую такую штуку для генерации воды. Но если мы действительно будем успевать быстрее раскочегарить нашу МФИ, это не будет такой большой проблемой. Единственное, что проблема теперь еще будет немножко в другом. Мы с вами совершенно неэффективно используем алюментум. Это с одной стороны. А с другой стороны, может быть, и фиг с ним, потому что у нас же он вырабатывается, можно сказать, что из воздуха. Там есть ферма для этого дела, поэтому небольшая проблема. У нас появилась первая ячейка. Я на самом деле очень надеюсь, что я сейчас смогу сделать первые два оверклокера и поставлю их сюда, когда буду делать вторые два. Потому что таким образом, конечно, мы с вами немножко раскочегарим наш металлформер. И, кстати, в таком случае у нас еще и энергия из МФИ также будет уходить быстрее. Давай. Мне нужно еще некоторое количество таких штук. И, кстати, все-таки что нам нужно на то, чтобы сделать МФСУ. Так, мне нужны лоботроновые кристаллы. Это без проблем. Вот эти вот очень штуки неприятные, но, в принципе, ничего кроме железа-то фактически нам и не нужно. И 9 вот такой вот пыли, это 4 алмаза, да? 6,4, 24 алмаза мне нужно, получается. Ну, это не такая большая проблема. Надо, наверное, в таком случае сделать себе прямо-таки МФСУ. А, вот здесь что еще нужно. Вот здесь что еще необходимо. Ну, это ладно. Что у нас тут было еще? Refined Iron. Тоже ничего страшного. В металлформере раскатаем. Да, блин, что я каждый раз смотрю? А, и Advanced Alloy, который, в принципе, тоже ничего страшного. Надо, наверное, заменять потихоньку MFI на MFSU, для того, чтобы не так часто включать наш бойлер. Так, 9, это означает то, что мне хватит как раз еще на 2 флакона охладительной жидкости. Если их можно вообще так называть. И теперь, соответственно, сделаем вот так и вот так. Это первые два ускорителя. Идите сюда. Давай, штучка, раскочегаривайся. Ну да, стало немножко побыстрее. Кстати, интересно, что там с энергией. Хотя пока турбина-то, наверное, ничего не выдает. И если и выдает, то очень-очень мало. Ладно, небольшая проблема. 4,6. Ладно, я думаю, что остальное действительно имеет смысл сделать за кадром, но тут еще такая ситуация, что у нас с вами, оказывается, закончилось время на записи. Поэтому дальше я буду делать оверклокеры за кадром, а мы с вами увидимся в следующий раз для того, чтобы продолжить делать нашу солнечную панель. Господи, сколько же я всего люблю делать лишнего. Ну, как лишнего, как по мне кажется, что интересного. Я на самом деле надеюсь, что вам нравится то, что я делаю. С вами был Zig the Hedge. Увидимся в следующий раз, до новых встреч и счастливо!